Всем привет! Давненько меня здесь не было. Ну, в принципе, рассказывать особо было не о чем. Кто так помнит, не помнит, предыстория. Вкратце, меня из больницы выписали после лимфоденопатии без назначения таргетных препаратов или иммунки. Теперь я точно знаю, это должны быть таргеты, потому что у меня есть БРАФ-мутация. Вот, меня оттуда выписали, ничего не назначив. Районный онколог отправил в Петрова. Ну, собственно, рассказываю дальше. Съездила в Петрова, женщина, доктор, ну, не будем называть фамилии, сказала, да, лечение надо, но сделайте сначала обследование. С обследованием к нашему врачу, к химиотерапевту. Он там уже решит, назначать или не назначать. Все обследование делать либо у них, платно, естественно, либо если ты их делаешь где-то в другом месте, диски на пересмотр, платно. Вот, я так почесала репу, подумала, что ж мне делать, ну, если вариантов других не будет, хорошо, конечно, сделаем, заплатим и так далее. Но я рискнула позвонить еще раз, не позвонить, а сходить к другому врачу, в тот онкоцентр, где меня, ну, собственно, оперировали. Звоню на горячую линию, ну, не горячую, а на запись. Девушке объясняю ситуацию, говорю, меня к любому другому врачу, кроме моего, потому как он мне назначил лечение, скажем так, его с точки зрения, я понимаю, мне нужна консультация другого специалиста. Меня без проблем записывают другому врачу, он вел соседку по палате, я, в принципе, его видела, знаю, вроде как нормальный дядя. Вот, назначенный день я к нему приезжаю, прием длился 2 минуты. Я зашла, спросила фамилию, открыла электронную карту, говорит, что вы хотели? Я говорю, лечение? Мне должны назначить лечение. Я уже там собиралась с ним ругаться. Он такой, да, хорошо. В понедельник на комиссию. Сходите, напишите в такой-то кабинет заявление на выдачу лекарств. Все. Собственно, такое ощущение, что просто потрепались нервы. Я это все шустренько сделала. После комиссии назначили препараты. Ой, сейчас. Мекинист и Тафинар. Вот, вчера я начала их принимать. Ну, пока, благо, ничего. Блин, как бы так. Вот такой, а нифига не видно. И вот такой. Тафинлар был сразу, без проблем получила, а вот мекинист ждала, наверное, больше 2 недель. Последняя поставка его была 10 апреля. Звонила в аптеке, чтобы когда он появится в городе. Вот как только появился, начала принимать. Вот. Ну, собственно, так что не все у нас потеряно в нашем здравоохранении. Если сильно захотеть, можно чего-то добиться. Конечно, когда я уже потом пошла к районному онкологу, что вот все мне назначили, все у меня хорошо, он был в шоке, говорит, а почему же не назначили сразу? Или так, на отвали, захочет, придет еще раз, не захочет, проканает. Ну, понимает, что препараты дорогие, может быть, в связи с этим сразу не назначили. Но вот, так что теперь держим кулачки, чтобы у меня не было никаких побочек, годик их пропить, и все, будет отлично. Всем спасибо за поддержку, за приятный комментарий. Все, пока-пока.